На заседании обсуждали вопросы координации действий сил и средств по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения майских праздников, а также командного чемпионата по легкой атлетике. Члены комиссии, штабы и приглашенные доложили о реализации планов по обеспечению безопасности при подготовке и проведении мероприятий и усилению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и контрольно-пропускного режима. Для поддержания правопорядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан правоохранительной структуры реализуют все необходимые практические мероприятия. В этот период будут привлечены передвижной пункт управления медицинской аварийно-спасательной службы, оперативная группа Республиканского центра медицины и катастроф, а также выездные бригады скорой медицинской помощи. Михаил Игнатьев призвал членов антитеррористической комиссии оперативно обмениваться информацией, держать ситуацию в республике на постоянном контроле.